И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op, третья часть, третья ночь. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Димон, он уже пришел к нам. Да, я ухожу, Димас, аккуратно. А он не ко мне идет. Он прошел мне, я на корточках сижу, мне ничего сделать не может. Да как, это баг. Димас. А! Говно. Ого. Димас, я вижу, что светится, это, наверное, фонарики. Сразу видно, что третья ночь, да? Да. И сразу, знаешь, что, Дима, сломалась вентиляция, пошел ее чинить. Тут спрингтрап около вентиляции это стоит, я не могу ничего сделать. Так, надо его отозвать. Я иду. Да ты его позвал, понял? Да, 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 да. Уходи оттуда, засранец, ушел. Все, Димас. Они вентиляцию заходить не может. Он тут танцует брейк. Спрингтрап только может заходить. Ах ты говно. Спрингтрап, за мной. Ушатал. Он бегать умеет, Димас. Димон, мы пройдем эту ночь или не пройдем? Димас, мы ее не пройдем. Я вижу, ты бегаешь, Димон, я вижу. Ну его нафиг, Димон, что такое? Нормально, вытащим. Надо вентиляцию как-то починить срочно. А вентиляция это не у меня тут? Димас, он за мной. Димон, вот я радуюсь, что он за тобой, не за мной. Димас, ты слышишь, как он топает? Зверь вообще, убийца какой-то. Мангл! Что такое? Что за вентиляционные штучки? Да тут ты вообще. Блин, я ничего не вижу, мне очень темно. Мангл, мангл, мангл. Димас, помоги мне завести вентиляцию в этот. Я бегу! Димон, я. Не, я не бегу. Ко мне тут лезут все. Да как мне фонарика нет? Отвали! Ах ты, смотри, что. Димон, как мы пройдем эту ночь? Это жесть. Очень сложно. Ребята, напишите в комментах и поставьте лайк, не забудьте. Как нам пройти эту классную ночь? Димас, я не могу починить. Мне нужен человек, еще один помощник. Я бегу со всей силы. Не бегу, бегу. Давай уже, Димас. Да я заблудился, тут кукунья игра в жопе. Слышишь, ты давай вылазь, жопа, блин. Где ты ходишь вообще? Так, так, так. Я иду. Я его отвел очень далеко, надо быстрее заводить вентиляцию. Бегу. Так куда? Так не знаю, где вентиляция. А-а-а, не со мной! Фонарик, фонарик! Все, Димас, починил. Блин, а меня убили. Он тебя убил? А то был он разве? Я думал, ты меня убила эта штуковина. Блин, Димас, тебя фантомы не могут убить. Понимаешь? Значит, это было. Так я взял фонарик в руки и не успел его включить. Но если бы это если был спринтрап, он бы мне не помог, да, фонарик? Никак. Блин, Димас, я сейчас обосру. На чем смысл? Очень темная карта, нифига не видно. Темно, как у негра в жопе. Капец. Димон, я в тебя верю. Я верю в тебя. 2 часа ночи. Ребята, по старой схеме, я продул, а Димон тащит. Ну а что поделаешь? Димон, я в тебя верю. Давай, пошло, пошло, чинить. Хорошо, что быстро, да, вот можно чинить, недолго ждать надо. Ну, не особо, конечно, быстро, хотелось бы еще быстрее. Так, это ты, что ли? Ну да, трупейшн. Вот туда меня убил, вот он и бегает. Да это чика обычная. Так как они меня убили тогда? А, Димас, там спрингтрап. Это он так громко шагает? Да. Нифига себе, он что-то 1000 тонн весит. Да больше. Ого. Димон, беги, ну да. Ты видел, он на четвереньки упал? На 4 кости к тебе. Ну его нафиг. Как его отвлечь? Вот музыку включил ему. Слушай. А когда нажимаешь, он успокаивается? Да, балунбой надо вот это активировать все время. Офигеть. Вон он застыл, видишь? Да. Капец. Он сейчас к тебе пойдет. Вот говно, я сказал. Говно сказал. Все. Я ж не знал, как его успокаивать. Я теперь понял, что надо эти кнопки нажимать постоянно. Опять бежит. В смысле ты за мной? Я тебя убрал отсюда. Димон, нажимай. Ты не нажал. Ты не нажал. Да я в курсе. Hello. Ты кто такая? Давай, до свидания. Успокоился, успокоился. Так, аудиосистем. Он зверь, блин. А если вентиляцию не чинить, что будет? А тогда все очень плохо тоже будет, на самом деле. Как хорошо, только наоборот. В общем, всегда плохо, Димас. Если это не чинишь, тащим. Плохо. Это не чинишь, плохо. Вообще всегда плохо. Мне ты кажется, эта ночь топает. Длиннее стала, не? Не, такая же ночь. Я шучу. Просто
То, что ты садился быстро очень. Я не ожидал, что... Я думал, твой фантом, а не настоящий. Вот, смотри. Опять бесится. Да ну и тебя, дурачок, блин. Давай, давай, Димончик. Блин, что делать, Диман? Кнопку жмякай. Да нету, он сейчас, если тут что сломается, я потом не починю. Так. Он прям ходит за тобой постоянно, а не? Постоянно, постоянно. Я даже не знаю, какая из этих частей страшнее. Hello. Так, все, я его сюда позвал. Дружище, иди там, тебе Булунбой позвал. Так, 3.20. Хорошо тащим. Блин, как же он топает громко, офигеваю. Тихо. Тихо, я сказал. Все спокойно у нас. Уже 3:30, Димас, представляешь? Ты сейчас пройдешь. Возможно, возможно. Идет, знаешь... идет. Ого, это он! А, блин, а! Че он такой стрёмный? Ну его нафиг. Да я не знаю. Тут все он стрёмные. Еще, когда рядом идет, аж полы, да, дрожат? Да... А, блин! Че такое? Фонарь сел, Димас, все, мне хана. Можно монтировку взять и опять фонарик? Блин, все слом. Димон! Блин! Давай, я в тебя верю! Ну вас нафиг! О, он идет сзади! О, да они везде идут! 4 часа! Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Затащим! Чини что-нибудь, что-нибудь чини! А, блин! Починил, я думал, ты умер уже, блин, испугался! Кто это шипит так? Все. Смотри, они со всех сторон. Ну, Димон, Чикс. Ну, я побежал. Давай. Бегу. Бегу. Ты будешь лежать еще несколько минут. Ну, ладно, не минут. Да как? Что там такое? Ничего не понятно. Ничего не вижу. Ты уже в животе уже у кого-то? Я... Он прям сзади. Да я понял. Беги, старый, беги, старичок. Блин. Ну вас нафиг. Вот уроды. Это он прям рядом. Уродцы. А чё я так хромаю, как инвалид? Я тебе одна нога короче. Давай, пожалуйста. И ты когда на неё наступаешь, у тебя ниже персонаж садится. Давай, короткая нога, быстрее. Давай, культяшкой своей. Все, починил. Успел, успел, успел. А, успел. Мы прошли, не да прошли, ладно. Подожди, мы еще не прошли. Я хочу, чтобы мы уже прошли, давай. Тащи. Ой, стоит. Он читает объявление. Объявление на стене читает. Продам кровать. Опять бесится, опять бесится. Успокаивайся, успокаивайся. Это он когда орет, тогда трясется все. Он все, да, он значит бешеный, как зверь. Блин, пиццерия маленькая, не могу куда убежать. Блин, а, говно! Димон! Сейчас бегу! Он остановился. Может, от него еще убегать можно так? Короче, когда вентиляция ломается, фантомов дофигища появляется. Понял, Димас? Вот, появился один уродец. Ну ладно, он один. Так, от одного уродца ничего страшного. Так, 5 часов, Димончикс. Ну, практически 5. Ух, что это валяется? Подними эту 5. Говно. О, руки. Монтировка лучше, чем... Монтировка лучше, чем севший фонарик. Конечно. Любого лучше. Монтировка такая как-то большая, да? Огромный. Может, и еще, было прикольно, если бы я еще кидался ей. Сгорит с мода украли. Слышишь? Что за кабаны бегают? А, блин. Шурудят, тарахтят, он. Да? Это прям он, по всей пиццерии. Ой, ну нафиг, там еще какой-то уродец. Блин, это одни уродцы бегают. Я в тебя верю, я в тебя верю. Ты сможешь. Hello. А я в себя не очень. Не-не-не, Дима, я тебе подскажу, как проиграть. Да спасибо. Так. Мой труп. Новый. Твой. Новый труп мой. Ну давай, они идут все. Не, не все. Че, нормально все? Да. 5-30. Не, не очень, Димас. Все очень плохо. Не, хорошо. Hello. А, спасите! Кто-нибудь! Никого нету! Пол шестого, а я. Так. Я от спрингдрафа убегаю. Без 20 уже. А где он? Ай, блин, мангал тупая. Давай уже что-то, работай, заработай уже что-нибудь, пожалуйста. Ах ты! Ты чё, зверь что ли? Тебя укусил комар бешеный. На.
противовирусные. Диманчик, осталось чуть-чуть тебе. Да, ну его нафиг. Так, все, Димас, я прошел? Нет, еще нет. Ой, блин. Беги. Ну что, фирменное празднование победы. Давай. Мы это сделали, ребята. Сейчас вторую ночь пытаемся, да, затащить? Сейчас, это такой хардкор, Димас. Смотри, вот он. Красавчик, красавчик. А с виду такой добрый, да? Ну да, кишки только какие-то у него внутри. То человек внутри сидит. Внутри. О, это железо, смешанное с колбасой. Поржавел немножечко изнутри. Чуть-чуть колбасы копчененькие. Так, я хоть оживу или я буду дальше мертвый? Ой, а что, он сейчас меня убьет, что ли? На тебе, монтировкой. Вовремя успел Димон ударить, и загрузка пошла. Красавчик. Ребята, ночь 4. И да, сразу мы да. говорим, что можем не пройти. Да, потому что очень сложно. Да. Но вот если будет следующая серия, то мы обязательно в ней уже пройдем. Не, ребята напишут в комментариях, как правильно проходить, и мы точно затащим, 100%. Правильно, напишите, ребята, если вы вот шарите по этому поводу. Да шарят, знаешь, сколько людей уже прошли эту часть? Очень много. Так, Димас, чё, давай тогда вот вместе, не убегай там никуда. Ах ты говно! Так, говно, успокойся. И сколько ее шипеть, вот так она будет? А вот я не знаю, она за мной, бешеная. Совсем что ли неадекватная? И что за так, мной? Фонарик экономим. Фух, Димас. Ой, спрингтрап тут. Представляешь? Как эту морду убрать, если я на нее свечу? Не свети на нее, она сама уйдет. Понял. Фонарик, Димас, не трать на такое. Если на тебя напали, уже не надо тратить. Хорошо. Димас, аккуратно. Ай! Димас, зверь бежит. Нифига он бегает со скоростью машины! А че он так быстро уже бегает? Он че, ты че нитро включил? Димас, он нитро врубил какое-то. В этой ночи, получается, он еще быстрее бегает? Он с каждой ночи, что ли, быстрее бегать начинает. Понял. Да иди отсюда, жопа, блин, какая-то. Опа. Ходи. Зашипело. Димас, короче. Да. Ты стоишь вентиляцию запускаешь, я запускаю аудиосистему, потому что он в этой ночи бегает со скоростью света просто. Блин, сломал. Иду. Не-не-не, я чиню эту аудиосистему. Я здесь буду. Я слышу. Да, кто-то ходит там. Димас, аудио включи где-нибудь. Пожалуйста. Он рядом со мной. Димас, быстрее. Hello. Фух, Димас, ты его успокоил. Сейчас. Красавчик. Одуплится и отстанет. Все, он пошел, Димас, на аудио. Отлично. Ко мне, что ли? Вот говно. Где ты включил, туда и пошел. Так, Чекуля, успокойся. А, это ты, блин. Да, это я. Я его туда подальше отправил, понял от этой штуки? Понял. Пошел. Димас, он в этой ночи очень быстро бегает. Да я видел. Я его даже побаиваюсь еще сильнее. Ты что он там тара... Это он так стучит громко, как бегает там? Он злится, короче. Димон, беги! Беги! Это он? Да, он там сзади. Димас, надо чинить быстрее. Ах ты говно, их сколько... Фредди. Их тут очень много. Еще какая-то жопа летающая. Димас, я чиню. Аудиосистем. Давай, я нажму кнопку. Нажимай! Нажал! Фух, Димас, он рядом был. Блин, марионетка, отвали, я сейчас умру из-за тебя. А что ты за мной идешь? Вообще-то тут кнопку кто-то нажал уже. Слышь, ты, обосрать. Так где он ходит? Димас, беги. Беги. Он с вентиляцией, что ли, сзади тебя? Он там, да, в нашей комнате. Не нажимай, не надо. Да ладно, нажал, и тикаем. Чиним и тикаем. Прикрывай меня. Прикрывай. Прикрываю. Все, жопа прикрыта. Пойдем. Жопа прикрыта успешно. Сохраняйся. Чекпоинт. Так, Димас. Где этот засранец? Ай, ну нафиг, я вспомнил, у меня тут ключи лежат. Димас, у тебя ключи лежат, а у меня тут за мной спектрап бежит. Давай. Иди в нашу комнату охранника, а нет, будь здесь. Ладно, давай здесь буду, если что кнопку нажму. Блин, Димас, он опять ускорился. 100 километров в час бежит. Нема никого. Фонарик сел, вот говнище. Капец, он вижу, бегает. Вижу. Да ну нафиг так бегать, ты чё? Чё, быстро, Димас, что ли? Сейчас включать кнопку, быстро, сейчас, вот сейчас. Включай. Hello.
Фух, Димас, ты меня спас. Да и блин, только назло кнопки рядом нету, ты же нажимай. А, Димас, он бешеный сегодня. У него что, не пищеварение, что ли? Так. Он хочет тебя съесть. Аккуратно. Где Димас очень тихо? Там что? О, блин, там марионетка. Димас, по вентиляцию ползу. Это ты, фух. А, беги, говно! Отвали от меня, говно! Да как тебя убрать? Эту марионетку дрыщавую. Димас, вентиляцию чини. Чини ее. Да я не знаю, куда идти, тут темно. Ай, блин, я, Димон, вообще ничего не видно. Как играть в эту игру? Так, чини, бегу чинить. Димас, мне хана, наверное. Блин, она не дает мне починить. Говно! Давай быстрее, чини. Чини, 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 я прикрываю, быстрее. Фух. Все, Димас, отлично. Как марионетка специально на зло прыгает на лицо, и ничего сделать нельзя. Тихо. А, беги. Где он? Остановился. Остановись-то, бейби. Димас, уходи от него подальше. А! Чтобы Димас, чтобы он так быстро не бегал, надо вентиляцию залазить. Он тогда немножко устает, понял? Ну, как бы... Замедляется. Да-да-да. Поэтому... Так и делаем, Димас, так и делаем. Аудио офлайн, сейчас починим. Давай-давай-давай. А! Димас, он рядом. Нажимай, кнопка, кнопка. Я выбегаю. Кнопка-нажималка. Круто. Кнопка-не-нажималка? Кнопка-не-нажималка. Димас, мы уже до полчетвертого дожили, офигеть. Это мы, Димас... А, Димон, он сзади меня! Нажимаю кнопку. Фух! Что, ах, Димон? Ты говно! Блин, я марионетку-то боюсь, жопа. Все нормально. Да, туалет, я не могу бегать. Сейчас все будет, сейчас все будет. Ну что, Димас, как оно? Слышь, ты чекуля, успокоилась. Бегу-бегу. Ты где, Димас, там? Рассказывай. Я? А, он сзади. Блин, он меня преследует, что ли, всегда. Я, Димас, все. Это ты, что ли, попался, не? Да, да. Нет, я ничего не попался, все нормально. Отлично, отлично, тащим. Я кнопку просто нажал. А что за звуки какие-то противные? Да я не знаю, откуда этот звук говнальный. Звук дерьма какого-то. Так, все отлично. Капец, он за мной, Димас. 4 часа, Дима, может мы все-таки эту ночь пройдем уже? Да может быть, а может и нет. Я тут стою, короче, на распюте я 1000 дорог. Так, все, все отлично, Димас. У нас есть кнопка, как бы еще рабочая. И вентиляция не сломана. Ой, нам хана, нам хана. Hello. Нажал, успел. Димас, надо быстрее заводить аудио. Я пошел заводить его. Давай. Давай, давай, давай. Ты, Димас, будь готов где-то кнопку нажимать, понял? Да. Так, все, чиню, чиню. Все круто. Все, Димас, починил. Он кому-то идет. Только я не знаю кому. Видать, ко мне, наверное. Так, дружище, ты где? Аниматроник. Я его прям слушаю внимательно, но я знаю, где он. Да блин, марионеты ж, блин, успокойся. Ай-яй-яй, ко мне идет. Блин, он ко мне, Дима. Это ко мне. Тупая марионетка. Она ко мне, я на тебя, короче, побежала. Мочи, мочи, Димона. А, не, не надо. Так, что делать? Я кнопку могу в любой момент нажать, если что. Марионетка, отвали от меня. Так, я тут буду шариться пока, мись. Тут как-то давай, безопасно. Он ко мне? Да я не знаю, где-то ходит-ходит, но он конкретно карту хорошо знает. Он ко мне идет. Он, кстати, вообще тут не застрёт, ни в углах, ни в столах. Везде конкретно ходит. Блин, Димас, чини вентиляцию. Чини вентиляцию, пока он здесь. О, меня марионетка бьет, а я чиню. Ха-ха-ха, ты так можно, Димон. Все, Димас, починил? Да, она не может... Фонарик сел. Знаешь что, Димон, когда я чиню, она не может прервать эту процедуру, даже если я уже отошел. Фонаря нету, все. Хана моему фонарю. Димон, да мы уже, считай, прошли, 5:30, ну. Как-то вообще легко, да? Нет, Димас, мне хана, он за мной прям. Да лучше не хана. Все нормально, затащим. Блин! Вов врубил какую-то скорость ультра бешеную. Если ты умрешь, я проиграю тоже. Нет, ты не должен. Я-то, я знаю, но я могу это сделать. Димас, все. Мне хана. Все хорошо.
Или марионетки, которые здесь ходят. Все, починка, починка пошла. Успокойся, спрингтрапушка. У нас уже, потому что уже почти все. Ну что, Димон, без 5-6. Мы должны затащить. Сейчас будет фирменное празднование. Празднование. Твое любимое. Тибасик, здорово. Как твой. Ничего. Где пойдем, ты? Пойдем, вот где-то здесь. Мы тебя не боимся! Пока. Вот он, иди сюда, Дима, сзади, 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 иди сюда. Вот он. Вот он! Стенку. Ой, нюхает. Наш красавчик. Он такой с виду не сильно страшно. Но когда он бегает и орет, страшно. Что за звук? Ударил, Дима, смотри. Ты его лупанул, да? На тебе. Ядро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!